Чеснок – один из самых мощных природных антибиотиков и имеет много замечательных преимуществ для здоровья. Но многие из нас не знают лучшего способа использовать чеснок для излечения от различных заболеваний и получения его многочисленных преимуществ. Золотая польза для здоровья, которую ты получишь от чеснока, изменит твою жизнь к лучшему, но при условии, что ты будешь принимать его правильно. Как мы упомянем в этом видео, прежде чем мы начнем, если вы взяли чесночный пресс, хотели бы узнать количество людей, заинтересованных в этом типе видео, и если вы новый подписчик, подпишитесь на канал и не забудьте включить колокольчик уведомления, чтобы получать все новые видео. Добро пожаловать снова! Одна из замечательных особенностей чеснока заключается в том, что это мощный антибиотик, который можно использовать при различных инфекциях. Будь то бактериальные, вирусные или даже грибковые. Известно, что нет другого антибиотика, обладающего такой особенностью, поскольку есть виды антибиотиков, которые используются только при бактериальных инфекциях. Другие используются только при грибковых инфекциях, а другие используются только при вирусных инфекциях. Каждый из них нельзя использовать для лечения разных типов инфекций одновременно, но чеснок может бороться с тремя типами микроорганизмов с максимальной силой и максимальной эффективностью. Как лучше всего принимать чеснок? Чеснок – отличный источник аллицина, который отвечает за особый вкус и аромат чеснока, и это соединение, содержащее серу, которое связано со многими полезными свойствами для здоровья организма. Исследования показывают, что приготовление чеснока значительно снижает содержание в нем аллицина и большинства активных веществ, и, следовательно, пищевая ценность чеснока снижается. Итак, мы покажем тебе два лучших способа употребления сырого чеснока, чтобы получить самую высокую питательную ценность и много пользы для здоровья. Первый – это делается путем глотания. Проглатывается целый зубчик чеснока, и желательно проглотить его натощак, так как чеснок в этом случае не оказывает негативного воздействия на желудок. Это важно для тех, кто страдает от боли или повышенной кислотности в желудке, потому что зубчик чеснока при проглатывании остается целым, пока не попадет в кишечник. А поскольку кишечник представляет собой щелочную среду, чеснок распадается и выделяет активные вещества, особенно аллицин. И здесь начинается настоящая эффективность чеснока, поскольку он действует как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство, а также против глистов, где вещество аллицин действует как антисептик для кишечника. Для тех, у кого есть проблемы с кишечными червями на всех стадиях, а также для тех, у кого есть инфекции в толстой кишке. Несколько исследований показывают, что чеснок помогает уменьшить воспаление и является антиоксидантом, и таким образом чеснок усиливает функцию гормона кортизона, который действует как противовоспалительное и антиоксидантное средство. Аллицин также помогает повысить функцию иммунной системы и снизить уровень плохого холестерина. О пользе чеснока, когда мы едим его в пюре или жуем, что происходит, когда вы едите измельченный или жеванный чеснок. Когда мы едим измельченный или пережеванный чеснок, первое, что мы замечаем, это выделение характерного чесночного запаха из-за распада аллицина. И таким образом его полезность значительно снижается. Но, к счастью, в нем содержится много органических соединений серы и антиоксидантов, которые стимулируют кровообращение и работу сердца, а также регулируют уровень холестерина и снижают уровень триглицеридов. Поэтому, чтобы получить необходимую пользу для здоровья, мы должны определить, как принимать чеснок, так как когда мы проглатываем целые зубчики чеснока, мы не получаем полной пользы для сердца и артерий и не сжигаем жир полностью. Но, как мы уже упоминали, у него есть и другие большие преимущества с точки зрения противовоспалительного, антиоксидантного действия и снижения уровня холестерина. А когда мы едим чеснок, размятый или пережеванный, выделяется много соединений серы и антиоксидантов, которые стимулируют кровообращение и работу сердца, снижают уровень триглицеридов, а также очищают печень от жира. Поэтому чесночное пюре считается сжигателем жира, накопленного на органах, особенно в печени. Поэтому два метода должны быть объединены, а именно проглатывать зубчик чеснока целиком утром натощак. Затем есть пюре или измельченный чеснок с пищей во время обеда. И желательно запивать его большим количеством воды. Таким образом, мы получили большую часть полезных свойств чеснока для здоровья, чтобы сформировать интегрированную систему для здоровья и хорошего самочувствия. Дорогие зрители, это было все, что у нас есть сегодня. Если тебе понравилось видео, покажи нам большой палец вверх и поделись им со своими друзьями. Спасибо, что посмотрел.